отпиваемся и так далее. Потом там Ваня там тебе. Писикошка, чего не хватает? Все, теперь все хватает. Все, масло намазались, ребята. У вас пыль без масла ГП там. Причина пыль. Так, Don't MT, я off. Пока. Так, на ИВК, ребята, нам придется повайпаться на, ну, немножко. Два трая как минимум сделать, потому что мне надо посмотреть, как работает таймер. Потому что таймер у меня сбился опять. С прошлого раза я ничего не успел настроить. Поэтому раза два придется упасть. Ну, это так. Не, я буду сраться сразу, просто мне надо все равно будет засечь время. Я примерно по ДБМу помню, какие там цифры должны быть, но я лучше сейчас включу таймер свой, ну, этот обычный секундомер, и буду смотреть по времени. У меня остался старый. Че там по СССР, кому СССР накинуть? По друидам киньте СССР на всякий случай. Так, давай, короче, бафы еще по идеальному, гудли по... Давай, исполину на всякий пожарный. Север по еде. Лашинг, ты в хиле сейчас? А, ДДД сейчас? Два. Один. Твой должен быть хилер. Так у нас, блин, так хило. Да сейчас кидай. Пять. Ну, спать хилов. Чё, исполин ты в шипе сейчас, да? Нет. Блять. Я в ДПЦ. Выходим в службу быстрее. Не забываем, сон будет только босса за ночь. Что за музыка? Включил. Уходит. Ты включил? Угу. Ужасный вкус. Тебя это самое, ты под эту песню это самое на ринге играешь? Я под этой песней на сноуборде катаюсь. Кстати, что-то я завтыкал. Дайте боб по донту. Если бы по один. И да, по мне кинешь. Мать. Психошка ближе, просто по мобу играй. Так, у нас там рвет агро больше психошки. Ну ничего себе, психошка даже. По нанесенному урону дают даже первое место. Ты не дамаж, дай нам тебя убить. Это по сноуборду сыграли? Твой ДПС. Снобальтом, только снобальтов бьем. Не боссов, снобальтом. Почка. Снобальта. Не бегай со снобальтом. И да, забери босса с меня и... Ту сам. Боб мне дали? Быстро боб. И да, боб. Спасибо. Снимись. Не все, хорошего момента. Два. Один. Эрс, ты промахнулся. Да. Чё-то, я не помню, не было этого. Плевание, наверное. Сейчас а, будет. Всё, плевание есть. Прохлите, Бёрна, пожалуйста, сейчас через лужу буду бежать, просто приеду. Я плюнула, ой, прошу. О, замечательно. Нет, ты 4 зря отдал. Босс больше играем. Я не играл, ты 4 зря. Не, нет, я про себя. Так, ты не заморозился? Так, ты ходячую и стоячую, да? Давай. А, да, я тут треугольничек заберу. Из-под лица выйдите только. Все, РДД свичнулись, милики добивайте. Так, смотрим сейчас, на ком будет это самое. Фигнюшку. Сокры готов, типа, в один. Милики разбежались. Смотрим сейчас, на кого плевать будет, смотрим, сейчас будет плевок. Боди фьюри на него. Сколько, он двоих захилите сами. Не буду вашего. Как закопается и выкопается, я соберу его. Ты этого лови, Рёва. Север на уровне демона играет.
Так, заберешь этого, да, я босса да. Блин, под жопу стакнулись. Иннер, по сути, дайте кто-нибудь. От лиса отойдите только. Уже 5 секунд. Вышлись уже? А, уже. Выйди. Так, стакаемся по читерды. Где печенька прыгает здесь? Ну, это прохил. Ну, тут поживее музыка стала. Давай стопим босса. Фридом, паладины, Фридом! Шова! Оптикс, в чем проблема? А, вот хил. Когда будет отпрыгивать, включайте сразу. Почти торды все стоим. У тебя Шова не спек никто, да? Шова, у тебя спек? У меня не тот спек. Yes. Оптикс бежит, это что все. Я машу в этом на следующую это самое. Так его. Ну, на дыхание, короче. Топим босса. У нас второй ретрик Оптикс еще есть. Оптикс в хиле. Ретрики, нет, оптик в ретрике, но у меня тоже нету. Сейчас мы уже подкару сделали. Ладно, тогда это сам дам массы. Спиной к стене, вставайте здесь. О, он меня дышит. Алмери, блинк дай. Вот, это видишь, на Рокси. На Алмери был. А, на Рокси был? Да. За бабл нажимать было. Ушли вправо-лево, чё-то. Отеллера. Тотем. Аспект где? В кого он врезался? В лоха какого. Петас их тоже убирайте, пожалуйста. Это он, да. Вам это самое. Вы умрёте. Шо, я даю? Так, сейчас не просите, пожалуйста. Все, смотрим аккуратненько. Аспект врубить. Все есть, отлично. На ком череп? Все. Уходим. Ушли. Все, надо. Топите просто. У нас еще одна, по-моему, да, в запасе есть. Давай. Давайте топнем. Если сейчас не заслакаем, проходим. Да, так и... Ты Т4 дашь, у меня Т4 должно вкатиться. Нет, не вкатится. Ну добьем, должны добить. Аспект офнуть, блядь. Ну ты. Аспект офнуть. Сейчас можете подрубить. Череп. Отсюда. Уходим. Играть. Групп вот. Дай еще час. Ух ты, ботиночки. Какие ботиночки? Ой, ля-ля, кстати, я их забрал на прошлом ПД. И чест с мастерством. Да. Чест, кстати, у меня есть, можешь себе забрать. Поехали, мы инспеки. Так, еда 976. Отдам еде, но мы инспек. Еда, кажется. А флеш тоже у нас хилит. Ну, флеш это стоит за меня, что. Держимся правилом. Саш, ну... Ой, блин. Ох, пиздец, ладно, давай потом поговорим на эти темы. Чё? Потому что, ну, по-моему, а нам... Блин, флеш спринга хили, да, в натуре. Нормально. Нам нужно ставить просто систему ЕПГП и все. У кого есть ЕП на шмотку, тот ее и забирает. Без успеха это бред. Да, без успеха. Нет, меня это не устраивает, система. Я ливну с гильдии тогда, если эта система будет. Если человек ходит, он ходит всегда, у него есть приор. Он забирает себе шмотку. Ну, у нас... Грудь на танка с мастерством очень хорошая. Ну, Дон, по твоему мнению, получается, мейны тогда вообще не будут одеваться. Ну, неважно, человек там может не получается, не приходит. Ну, нет, что это значит? Будут одеваться. Ну, кто-то офспек оденет, а мейн никто не оденет. Оденут все. У тебя так, есть приорд, ты его собираешь.
У нас зорки копят приор уже, блин, 30 лет. Это по ролу, да, штаны не бисовые, просто... Слушай, это... Ну, только зорки, извини, меня один спек, ему два не надо. Берн, а грудь по опыту не кидал? Нет, давай, короче, сейчас. Давайте потом это пообсуждаем. Кто у нас по ролу выиграл? Кексик выиграл. Это по ролу, да, мы штаны не бисовые. По офспеку там. Весновочка. Так. Спускайте вас. Ну, у нас по 150 же, по-моему, по КП, да, за шмотки в ВВК? 150, совсем мало. Угу. Смотрю. Да, 250. А, 250, сейчас я накину еще. Ты ничего больше не забыл? Ни скарпы, ни трофей, ни... А, сейчас заберу. Ну, заберешь босса. Ты что же, шкуру хочешь содрать? Ждешь. Хороший хозяин, да. Так. Спек выключите. Потом это разрубим. А сверки нужны кому? Ой, не сверки, эти трофеи. На продажу. Нет, да. Алмерия один нужен. Дам тебе Алмерия. А кто танчить будет, вот? Прикашка. Нет, Дон, по твоей системе, но, блин, это ну, самое. Смотри, зачем но. Ты будешь, зачем я буду себе одевать офспек, если у меня не одетый мейнспек? Например, то есть, вот, типа, я хожу сейчас в танке. Но. Я в рейд в анхолике, ну, не попаду. Тут неважно, там у меня какая роль в гильдии, я просто не попаду в этот рейд в анхолике. Зачем мне одевать анхолика, если мне нужно одевать танк? Хорошо, ну, вопрос в следующем. Кого лучше апнуть, офспек либо мейнспек? Ну, нам нужно апнуть того, кто хилит. Неважно, что у него в заметке. У нас хилит и оптикс, и флеш, и еда. Еда по приоритету на хилмейн. Да, у него профы запилены. Под хилла. У нас три человека, которые могут прохилить этот контент. Значит, мы можем... их апнуть. У кого больше приор, того и апнем. Мы можем просто сейчас флешинга либо оптикса обратно вернуть в... Ну почему экспектом? Потому что у нас не было хилов по этому причине. Они мейнами были ретрики. У меня сейчас, например, оптикс хилит... Сущность портал. Портал. Ну, Дон, ну при чем тут кара гир? Алло, это десятка, выходит... Блин, куда ты кричишь? Психошка, давайте потом обсудим. Психошка, выходи себе. Быстрее в рот играть. Ну, ты еще раз повторил, они хилят, потому что у нас в гильдии нету хилов. Я добрал хилов в гильдию сейчас. У нас много хилов сейчас. Давай потом. Идеально, подними шоу, пожалуйста. И да, прохилься. По мобам сыграли? Забили на босса череп, забили. Мобов играли. Успал босса. Вот дефили вошел. Фризит. По себе кулак, пожалуйста. Кто-нибудь. Пукан. Пукан. Еда сыграла. Дают 400. Еда сам быстрее сливает. От мобов пыляющих отходите, ребята. Не получается, а я урон там. Забирайте быстрее гремов. Саша, я стал танчу, что ли? А? В смысле, я в ручке не станчу. Не хорошо. Ну, падай. Подожди, не падай, сбейся. Кво у нас минус 6. Минус 7, 2 хила. Ой, бля, падай. А чё это, блядь? Почему метки не захиливаются? Я не понимаю, блядь. Метку. Давайте не флуги. Подаю ПВП, время РТ. Да тут не шпайп. Да не, просто это рассредотачивает внимание. Да, такие спорим, разговоры во время пула. Потому что люди кнопки не жмут, не свечуются. Я тоже, когда слышу, такие два разговоры. Два хапала. Потом, после РТ. Ставлю рыбку, кушайте быстрее, бафайтесь и запускаю босса.
Скажешь там отчет, чтобы... ББ плащи, Юрис. А нахуй эти плащи, блять, с десятки нормально. Их бы и так не было. Ну, сейчас, смотрите, сейчас мы, понимаете, мы упали на позорном боссе. Сейчас мы убьем этого босса, убьем Ануба с первого раза, и будете вы сейчас, будете печалиться или нет, как вы думаете? Бафы раскидываем быстренько. Все, запускаю. Так, добавим пул, может цепить тут фасочки, кстати. Он готов себя ловить. Скажу, когда 2 секунды. 4, 3, 2, 1. Геру мы на этом боссе не сдаем. Вставляем его. Но этих, как его. Ну, чемпов. Портал с личностью быстрее. Ну, заберешь траву, госпожа. Вышла, сучка. Забери траву, я это заберу. По черепу свечимся. Скоро вулкан будет. О! Вулкан, свечи быстрее. Стаки снять с босса. Пытаемся, это будет не 2, сейчас Т4. Отдал Т4. Вулкан, быстрее. Больше ДПС по вулкану. Чего так мыльные умирают? 3 элементаря вышло. 4. По левому сыграли быстренько. Я соберу весь рейндж компонент. Никто, что куда лезешь, блядь? Только не ливай сейчас, Никита. Труба запарился. Портал свечнулся быстро. Быстрее портал. Отлично. Госпожу добили, писикошка побежал. Выйди, сэр, блин, ты компа. Залейте инер по сути, кто может. Оптикс видно. Так, ну давай немножко на работу отведем, чтобы злужа появится. Портальчик. Вулканчик, точнее. Блин, блин, так повернул его. Быстро вулкан, 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 вулкан. Быстрее, все вулкан. Даю машину. Прохил приеду, дали. Но свой идет 4, давай. Быстрее. Гигиснипа прохилься. Гигиснипа прохил. Кексик стейда вышел. Убейте големов этих. Хватит нас покрыть, бейте. Быстрее. Вы умрете. Бафа еще за хилем добиваем.
Пятерки вышли. А что нахапало? Да, тебе везет пипец. Кстати, Саша, а ты там чест троллил? Банковский. Да, я вон сделал. Ой, ой, уже. Похильте, похильте. Похильте срез. Так, надо же ноги очень хорошие на рестер. А кто там? Он дозабрал его? Да, он дозабрал. С АГП, да. Слева-то? Да, ну, дай его, пожалуйста. Сними с него этот АГП. Да, конечно, сними. Так, никому не надо, да? Я что, паролу можно? Не нет. Ну и ладно. Норм, это что нормально. Все равно третий спек. Штаны нахапал, штаны нахапало, мой спек. И да, тебе не надо штаны? А, у еды есть, по-моему, в спек поехали. Хорошие штанники нахапало. Чё, не надо вам тоже тут, вот, блядь. Флэш будешь забирать? С критом. Ну, типа, или флешу, или мне. Флэш будешь брать? Плюс-минус. Я вообще не спей, как продал. Ну ладно. Флэш. Дай мне, ты чё, разберёмся. Алло, меня что-то не слышно было. Да, да. Ему надо. Я в прошлый раз просто за ГП забрал шмот. Ну, вот эти... На шумане. Кого ты забрал? Ну я такие же только на шумана забрал. А, ну крит-хаст. Тоже крит хаст, да? Ну сюда до оптику даю. Нет, там хастом по 5. Ну там хастом по 5. Можешь взять крит хаст, это бисовый. Ну как хочешь, даю. Ты сам типа есть, чё там. Так, я эти самые служу в ГБ потом, свитки все там. Потом это самое. Кому надо будет попросить. А что, оптик с ним хэпал, что ли? Нет. Ну так у него ретлик вроде мои. А, ну а сейчас. Да, сейчас 25 как почти у себя. Надо дать на успех, ребята. Ну, типа да, логично, что у нас. Уже голова забита уже другим. Все, запускается чемпов, поехали дальше. Идеальный прием. Ты тут? Так, и сейчас этому всему 25 сопсикса. Герой Орды! Локтар Рогар! Слава Альянсу! Так. Сечка. Трусики. О, бля, ничего электрик. Короче, хилы будете держать все у меня пущено. Так, переходите все на правую сторону, потому что все мелики по левой стороне. Так, дальше. Пробафайте друида. Друидика пробафаем, да. Так, кто у нас тут? Давайте, короче, будем в мага шпилить. Потом в рушку. Так, у них там лок, ромбик. Так, короче, по контролям. Пока будете бить крест, череп контролит у нас Войд. Войд, ты ему кидаешь вихрь. Понял, да? Угу. Сначала вихри, бафающий ты, если что, будешь кидать ему фир.
по черепу, если он будет в рейде стоять. Сам не выбегай в центр комнаты, потому что на тебя свищутся милики, имей в виду. Стой на краешку и спокойненько там контроль его. Дальше. На вот еще. Если пойдет куда с миликов, ты на тус... затучаешь за трусы. Трусы ему корнюешь просто. Как только вихри закончились, прикидывай вихри на трусы. Дальше, ЧП, ты отвечаешь у меня за, если сорвется мили какой-нибудь, давай, короче, ты за квадратик ответишь. Квадратик вихрю и тоже корню. Так, Дранер, ты у меня отвечаешь за. Давай за луну. Его кидаешь в лягушку. Так, и тебе будет помогать Алмерия. Алмерия, ты его овсуешь. Старайтесь бить белые дамага, ребята. Так, кто у нас еще без контроля остался? И ромбик, если что, вот у нас ромбик сядет. Давай кекс, ты сядешь на ромбик, взбиваешь ему косты. На хилах, если что, донт, если на тебя не будет ни одного моба, идешь, взбиваешь любому хилу косты. Все, давай, че на пол. Так, два пала на позицию, будете меня хилить. Бронепоты, пожалуйста, только выпейте перед полом. Он, да, я грипаю ромбик, и ты с меня его грипаешь. Я на ботинках побегу. Так, Никита, тебе пока кикнул. Все, все готовы. По ДБ мы по ребята. Частицы на меня кинули. Кастанули свет небес, чтобы у вас был баф. 4, 3, 2, 1. Ой. Встань. Ромбик получился. Да, фантаз собирает правильно. Так, только трусы вижу сорвались. Так, кто там у нас тут? Выбежал. Вот, ага, все, вижу. Я мага закрываю, пока здесь стою. Зачем мага? Я спросил, блин, мага первого грить. Ладно, бейте там ромбик первого. Там фонта грипнули. Бьем сначала ромбик, потом бьем череп. Пол хп снесли уже у череп. А, ну 20 бейте тогда череп. Сейчас притянем еще через пару секунд. Все, дом тут летел. Крест, вышел, трусы бьем. Ой, не бьем, контролем трусы, ребята. Копал на меня. Вы маршевелом. Води фьюри БР по флешу. Идеальный БР по донту. Я Сузу резнул. Понял. Значит, води фьюри подними флеша. ЧП подними донта. Дон сядешь на хила, подбиваешь. По идеальному боб дайте. На мне 3 милика сидят, если что. Трусы контрольте там по возможности. Сейвы потихонечку даются. И да, главное не урони сейчас меня, пожалуйста. Опять флеш упал, да, блядь. Кто тебе шотает там? К сожалению, маны, кто это? Игрушка полчаса уже. Играем в ромбик, все играем. Забили, у вас два таргета на пол хп бегает. В ромбик. Все, руки, все. Не спал, будет? Идеальный боб, блядь. Идеальный боб, дай. Идеальный боб. Верно, прохил. Кого там топить, я не вижу. Череп подрывается. Ну, трушка прям в рейде. Трушку бейте потом. Ману еды залейте. Чипа есть мана? Контрольте. Масфир миллизоне дайте. Трусы не забывайте контроль. Отдал варовский масфир. Мастер спел. Мага шип надо. Бля, Мадину контрольте. С магом сделайте что-то, стоит накастовывает. Блядь, Дон, ну я попросил изначально мага бить, нахуй вы, сука, этого лука начали пиздить, блядь. Так, да, убили череп, череп убили? После черепа в крест сразу играете. Так, на гудлик на тебя пошел печенька, готовьте контролить. Кто контролил печеньку, готовьте контролить. Кекс, сядь сейчас на мага, если живой, сядь на мага, позбивай ему косты. Машу я дал. В крест играем сейчас. Печеньку контрольте. Так, добьем. Маз здесь пол. Кекс, садись на приста. Еда, его нельзя забрать. Скипни бобом. Бобом скипни. Блять. Я бьем без хила.
Ну, нахуй на меня бог, блядь. Ой, ну и да, ну. Давай, тяни туда, отлично. Печеньку только контроль сейчас. Он да выйди с рейта, забери до кашку. Ой, печеньку. Печеньку контроль себе, попробуйте. Стаковый гриб, паковый гриб. КД. Где патиста? Бьем пока. Не прикатись. Мадина, ладно, контроль себе. Попа. Последний хил упал. Не дисплеется. Хил бессмысленно. Падайте. Так, какого хуя, Дон, скажи, пожалуйста. Я попросил, блядь, вытянуть крестик и его освещаться. Лока убить проще. Кто-то просто грипанул черепок. Ты просто понимаешь, я расставил, все растусовал, я оставил мага без единого контрола. Маг просто стоял, расстреливал рейд, нахуй, ну. Так вообще грип... Мага контроль, да? Грипнули по факту вообще череп. Мага никто не контролил, посмотри потом. Ай, блядь. Забежали уж вправо, ушли быстрее, запускай босс. Ты взял еще мага, прям под хапало, блядь, пизданул еще. Там, где они разъебали хапалов наших. Там стоял, кастовал флеш, я ему касты сбивал. Теперь смотрим смерть. Флеш, ледяная стрела. Раз. Потом ружка, два. Понимаешь, почему я прошу, чтобы били мага? Потому что Лок, он не сильно ебошит. Он там эти шатов-стрелы так себе. Маг всегда, ну, приоритете с хантом будет, потому что ханты не уничтожают с магом вместе. Но они очень болючие по ДП. Так, смотрим сейчас, что у нас. Так, сова, сова не болючая. Три милика. И, блядь, и половину хп магу снесли, половину хп ружки, а так бы, блядь, ну... Били бы в соло сначала. Потому что били. Тень. Две разные цели. Это не в этом. Говорит, что проблема. Били две разные цели. Но люди били разные цели, в этом проблема. Да. Начали это, в череп, потом кинули его, даже не диспалили. А потом били ромбик. Даже похилили там 40% до 70%. Так. Так, так. Ну, милики сидели нормально, на мне там мне выхиливали, все норм было. Так, значит, смотрите. Так, лучше, наверное, пойти начинать с черепа. Кого есть СС плюсик, дайте. Там должны быть СС обновились уже. Так, давайте попробуем так. По контролам печеньки, квадрат, тусов, все. Кинь на флеша. Север, да, на флеша кидай. Стакайте себе звездочку. Я привык. Тяните крест. Крест нормально стоит. Быстренько его заливаем. Кекс также на ромбик сядешь, если ромбик будет. Так, и возможно падут в рейд квадрат и трусы. Их без контроля не оставляем, обязательно контролем. А, печенька будет по-любому на танке. Ну, мне точнее. А по квадрате, по черепу, значит... Води Фьюри также контролишь черепу, понял, да? Ты, по-моему, череп контролил, ты ружку контролил, да? Угу. Все, тогда остаешься на ружке. И также на ружке не забывайте эфир обновлять. Север, ты давай будешь кидать эфир, если что, по трусам, если что, кинешь эфир. Если он будет трусы вред. Но они придут, скорее всего. Так, Гудлик, если что, ты ответственный у меня будешь за Луну кидать ему эфир. Понял, да? Идеально, если что, в Луне будешь вихрь обновлять после эфиров. Все, давайте вообще на пол. Мага быстренько сливаем, только там. Так. Все, все, добавим пол. Кастуйте это сами свои флешки. 4, 3, 2, 1. Поехал. Так. Начинайте контролить, контролем. Донто. Держим донто. Все, норм, все мили-зоны у нас. Донто, держим донто. Я тебя машу, вы, донто. Живи. Они на мне сейчас. Нормально.
Мази спал. Мази спал. По ромбику каз бить. Кекс. Все, играем по черепу. Череп вред притянуть и играем по черепу. Наиграйте в крестик. В крестик не играем пока. Череп. По черепу играем сейчас. А вы череп, крест убили, да, мага? Уже да. Все, давайте в крестик. Ой, в череп. Диспорт. Прицельный выстрел. Бля, ЧП есть в городе? Вижу, нету. Идеально, как откадешься, дашь по Диводи Фьюри Бэш. Верно, выстрел ебал. Там милики станут давать. Итак, пошел на милика кого-то, на кастера. Миризон. Хилим Берна. Хилим Берна. Сейчас Мортал пропадет. Так, возможно, квадрат на Сузу пошел. Квадрат на Сузу пошел. Смотрите аккуратно. Суза. Все норм. Квадрат у нас. Убили череп? Нет. Робик, потяните. Лока потяните. ДКшки позбивайте локу, косты сейчас на хилов сели. Дон, вытяни. Пабл, дай флеш. Иди да, без маны. Пойди там ману киньте тоже. ЧП там подойди, пожалуйста. Иди. Угу. Лок у нас, его бить? Лока да, лока бьем. Лока, потом играем по луне. Потом надо будет меня освободить, надо будет одного милика вытянуть и его подолбать. Дот, можешь, кстати, потом вар отвести, потом сядешь на хила. Кстати, а лох кто локовскую собаку контролит? Я забыл. Лок. Лок. Все, отлично, молодцы, лок. Меня бьет. Так, играйте сейчас по луне. По луне, косты там тоже кикайте. Дон, как луну убьют, подведешь печеньку свою. И сам на хила сядешь. Кексик, сядешь на хапала ихнего. Позбиваешь косты. Дон, сядешь на Рестра Шамана. Дон, ты, кстати, так и знаешь на магу Грулахэн? Ты не знаешь? Я нет. В смысле нет? Как нет? Что ты знаешь? Чё, блядь? Да ладно, тянуть кого-то? Нет. Не, честно, мне маг Грул нравится. Контент. А в кого играем-то? Дон, сидни печеньку вред. Ох, сейчас вы близко подойдете, сейчас на бау еще с агресса. Кастер, немножко назад отойдите. Грул изи, только если там ДПС есть. Все упирается. Нам до Грула еще дойти надо. Там перед ДПС еще и короли. Вот это именно короли, что трусы в рейд пошли, трусы контролем. ДК от гриппа. После печеньки 5 секунд оттяну. После печеньки по трусам играем. Кексик. Не, ты лагаешь. Не спальте в бар. Я помню, как мы на X3 его пинали этот вот. Там только какие-то создали, мы вот не могли убить с опытом. КД-2-3 пока не апнулись с рука в обычке. На второй КД мы убили его. Не, на третьей, второй. На второй КД, на первой КД убили целка. Сколько? 10 боссов только. На второй уже на фул закрыли. Так он голый блюкси. Ну да, я еще 240 ломб, помню, танчил от его, бля. Я вспомнил, сколько мы троили этот. Так комарок убьем? На X-зло. Да, треугольник. Да, да. Треугольник, да, убейте. Трусы убейте, да. Слока хэм, да. Лич был просто непреодолимым барьером. Ты, Дон, ты же не был, да, ни разу на магике в Лехэм? Нет, не был.
Будешь? Да там не особо трудно. А сейчас проходки поделать с ребятами. Когда лучше поставить на углах? В пятницу? В четверг еще ВК сходим, там, закроем будем? Пятницу. Или в четверг сразу? В пятницу на сутках. Практика показывает, что мы не собираемся. А? Ну что, Каругер закрыли уже, что собирать? А, там проходку не надо спать. Каруха ему не надо, надо ИВК пройти. А, ИВК 25. Да, ИВК 25 на фокус. Бёрн, пятницу на сутках буду. Посмотрим, может, что используем тогда. Кто? Вообще, вот самое идеальное будет вот это Магу, Грул, ХМ и ИВК, это все за один день закрыть. Давайте представляйте, я потом ВК подведу к вам. Как на E3 мы делали. Надо туда прийти, посмотреть, какие там цифры сначала. Ну... Не, Магу можно убить. Там, чисто механику. А что вы про четверг говорите? Это что, 13 число? Так подожди, а какого это? Четверг, четверг мы выходим, четверг. Открытие, ну, четверг открывается. Открытие 18.00. Ну, четверг. Там лагерь. А я просто хочу, почему? Потому что в четверг надо закрыть людям, кто у кого проходки нету. Чтобы уже, ну, в пятницу уже затишь, чтобы у многих людей проходка была, мало ли там кто не, ну, не появится в пятницу. А ты что, ты там говорил, не соберемся или что? Мы в пятницу не собираемся. Да. Там люди бухают. Так, да. Бьерн, сделайте по уму, опросите основные, то есть танки хилы, самые нужные, когда им удобно. Я танк. Давайте в квадратик сейчас. Добьете шамана там и в квадратике встречаемся. Сузу и Кати. Встаньте его там. Это пока вы все в рейде. И ВК-10 еще надо кому-то в этом, в этой гильдии? Эх, я хер его знает. Мне по сути. Я мага заморозил своего до выхода с ВК. Я буду хапалом проиграть. В трех рейдах. К тому моменту, скорее всего, отменят ту проходку. Кого? Ну, а для чего там нужна это? Ссылка, надо будет убить и маг, и глухаем, скорее всего. Не, я имею в виду ИВК. До выхода ссылка, то есть, типа, на 60 дней заморозил. А? На 60 дней заморозил. Кого, мага? Ну, да. Ну, да. ПВП сезон закончится, 8-й выпустят, а 8-й сезон это ссылка контент. Мне почему-то кажется, что они в мае закончат сезон и на лето пустят опять межсезонье. А ну всегда они ж могут межсезонье ебать. А они в мае закончатся. Сезон этот. А зачем Груль магиков в ЦЛК доступ? Там, по-моему, Мар... без этого. А зачем и а зачем магик ЦЛК доступ, блядь? Ну тоже дофитается блядь, да. Не, а так было уже на каком-то сервере? На X3 так было. На X3 было, но чтобы в магию Грул ХМ попасть, нужно было закрыть то самое. Кару ХМ. Кару. Сука, охуели проходку на ЦЛК делать. О! Помойка падает. Чё это за помойка? Нет, нихуя не помойка. А мы инспект заберем. Так, давай дрища вместо Гудлика сейчас возьмем. Гудлик вот эти надо там пишет. Так может дрища лучше во второй рейд? А то, блядь, там локов не будет, сейчас все локи в этом рейде. Ну или так. Или без него убьем. Ну, без Гудлика давайте убьем туда. Гудлик сиди до конца уже. Грудак. Не знаю, убийство или не убийство на ретрика. На эту фазу. Дайте кто-то столик. А, Дрищ ДЦ идет во второй? Ну да, тогда Дрища сейчас надо. Сейчас спрошу у него. Никита, ты тут? Да. Слушай, у тебя ДЦ же нормально, дед? 239. Какой? 39. Бля, чё так плохо слышно? 39. Вот я, бля, глухой. Хорошая дотяжка уже. Оптикс, а ты кому даешь? Приличный.
Тебе сними 125 с меня. Ты не будешь брать? Да не, нормально и так у меня. Я так хилом мало хожу. Ну, хорошо. У Флэша, если что, у меня есть штаны хорошие на убийство. Если у тебя кольчужные с критом MP5, лучше бери эти самые.